У моей бабушки на кухне и квартиранты. Мне невдомёк, кто этих сволочей пустил. Откуда приползли такие эмигранты? И кто к бабусе этих тварей поселил? Быть может, бабушке понравилась квартира, и у нее всегда полно-полно еды. Они ютятся у нее уже в сортире. Как и не дошло бы, это просто догады. А эти наглые да сплеву квартиранты уже ко мне перебрались, уже живут. Какие ушлые же эти эмигранты, большой толпою к нам от бабушки бегут. Они уже плодятся, суки, во всем доме, на чердаках подъезда селятся уже. Им наплевать на наше шаткое здоровье, заполонили города по всей стране. Для них придумали химические свойства, для ихней гибели ужасный дихлофос. А им до лампочки на эти беспокойства, их популяции житейский рос возрос. А дело в том, они из Штатов прибежали, их самолетами в Россию завезли. Эти козлы американцев доставали, они в России, блядь, пристанище нашли. Но, слава богу, я от них стал избавляться, я всеми средствами парил и душил. Над ними даже я чуть-чуть поиздевался, но эту гадину я все же истребил. Даю совет вам всем от этих партизанов: свое жилище содержите в чистоте, свои квартиры не пускайте тараканов. Держите просто люди хаты на замке. Даю совет вам всем от этих партизанов: свое жилище содержите в чистоте, свои квартиры не пускайте тараканов. Держите просто люди хаты на замке, свои квартиры не пускайте тараканов. Держите просто люди хаты на замке, в свои квартиры не пускайте тараканов. Держите просто люди хаты на замке. Да-да, да-да, вот так вот, да-да, вот так вот, да-да, да-да, вот так вот, да-да.